Здравствуйте, я пациентка клиники «Все свои». Меня зовут Ирина Павловна. Мне 66 лет, я достаточно пожилой человек. И, наверное, одна из самых пожилых пациенток, которая в таком возрасте решила поставить брекет и исправить прикус. Так что здесь я лечусь уже больше 2 лет. Очень довольна обслуживанием, очень внимательные врачи. Ни разу не было ситуации, когда у меня вдруг что-то случилось, и мне не перенесли прием, или не подобрали мне времени, которое мне удобно. Мне ни разу не накрутили стоимость, что для пенсионерки очень важно. То есть вот та заявленная стоимость, которую мы обговорили с менеджером, она была до конца, вплоть до того, что мне делали какие-то скидки, мне делали какие-то перерасчеты, если какие-то операции я не проводила. Я очень довольна клиникой и порекомендовала ее всем своим близким.